Итак, переходим к билду со сталкерами. Напоминаю всем, что мы идем по древу технологий, и пока что у нас доступна только кибернетка появилась, поэтому мы не используем Blink и другие апгрейды, к ним мы перейдем позже и будем использовать в своих билдах. Сейчас мы используем билд только зилоты и сталкеры, а именно 4 ВГП. Его можно играть во всех матчапах спокойно. Сейчас мы продемонстрируем как. Начинаем с пилона. Как только пилон готов, нам нужно научиться к нему ставить гейт. Видим, что он почти готов. Заранее отправляем пробку, она подъезжает. И ставит гейт. Как только гейт готов, кидаем хронобуст. Nexus. Заказываем газ. И еще один газ за ним. Продолжаем строить пробок на газы. Ставим еще один пилон. И бустим пробок. В итоге нужно наполнить всю базу. Как только гейт готов, ставим кибернетку. И заказываем зилка. Как только база у нас полностью насытилась минералами и газами, заказываем еще одну пробку. Она идет раллипоинтом куда-то ближе к центру карты, если мы ничего не боимся, либо ждет, пока выйдет сталкер возле Нексуса. Зилот вышел, можно убить КСМ-ку. Заказываем сталкера, Барбгейт. Он заказывается в кибернетке. Отдельную серию я про него не делал. Вот. Ну и, соответственно, побежали. Пока вся эта банда идет, ставим еще один пилон на базе. И плюс 3 гейта. Вот у нас и получилось 4 ВГП. То есть у нас 4 гейта и варпгейт заказан. АП это пуш. Ставим один пилон в центре карты. Подбегаем туда юнитами. Ралли-поинты можно ставить даже на юнитов. Можно где-то использовать как камера-локацию. К примеру, мы где-то здесь микрим. И на F2 возвращаемся вот сюда. Попробуем занять хай-граунд. Получилось, в принципе. Последний хронобуст кидаем. Вармгейт. И можно этим чуть-чуть атаковать. Не сильно. Тренируемся выделять наших юнитов. Давать им команды. То есть не просто вот так вот выделять их 20 раз. А выделились, дали команду. Выделили, дали команду. И как только вармгейт готов, мы можем варпнуть на прокси-пилон. Как только юниты деварпались, идем в атаку. Ближних юнитов стараемся ставить вперед. Сталкеры быстрее, их надо будет отводить. И микрим. Сталкерами фокусим. Танк по возможности. Мариков отводим пробитых. Стараемся отводить по одному пробитому марику, а не по 4. Ой, сталкеру. Кликать по пробитым марикам. И в целом мы победим, если хорошо микрим. Это был билд.